Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее видео будет на тему «Бизнес-иммиграция в Нидерланды» как один из способов получения ВНЖ. Данный способ подходит деловым людям, избравшим Королевство Нидерландов в качестве основного плацдарма для своего бизнеса или делового партнерства, даже если фактически деятельность предприятия не связана с этой европейской страной. Главное требование руководства компании должно размещаться на голландской территории. Законодательство Нидерландов предусматривает упрощенное получение ВНЖ для бизнесменов и их семей. В Нидерландах находится самое большое число управляющих компаний, холдингов в мире, и это связано в частности с налоговыми льготами, предусмотренными для иностранных предприятий, создающих такие подразделения на территории королевства. Наиболее распространенная правовая форма предприятий в Нидерландах – акционерное общество с ограниченной ответственностью. Минимальный уставный капитал – 0,1 евро. Предприятие может управляться одним или несколькими директорами. Акциями может владеть как один человек, так и несколько. Нидерландскую компанию можно использовать как холдинговую или как финансовую. Также предназначена для эксплуатации интеллектуальной собственности и получения роялти. Использовать можно как торговую, агентскую, управляющую или онлайн-бизнес. При регистрации компании в Нидерландах необходимо определить, правомочно ли использование выбранного для компании названия, подготовить учредительные документы, использовать стандартный устав, идентифицировать учредителя, директора или акционера, зарегистрировать уставный капитал, зарегистрировать предприятие у нотариуса, назначить первого директора, составить реестр акционеров и директоров, внести в компанию в торговый реестр, зарегистрировать предприятие в налоговой службе, обеспечить полное обслуживание на первый месяц функционирования компании, открыть платежный счет, предоставить пакет учредительных документов, зарегистрироваться в онлайн-системе для фактурирования и бухучета. Иммиграция в Голландию – это сложный и многоступенчатый процесс. Начать его необходимо с профессиональной консультации, которая поможет определить индивидуальности случая, построить оптимальную дорогу от сбора документов до успешного оформления статуса. Обращайтесь к нашим специалистам через контакты, которые мы оставим под этим видео. Спасибо за внимание!